Патриотическая акция «Ко дню госсимволов» прошла в Кызылорде. Началась она с исполнения гимна на аллее госсимволов. На торжественном мероприятии состоялась церемония награждения настоящих патриотов региона. Ими стали 11 героев. Это спасатели, волонтеры, спортсмены, военные, полицейские, победители республиканских научных олимпиад. Также в честь праздника молодые активисты организовали автопарад. Моя первая награда – это медаль «Ерлігі үшін», полученная за спасение утопающих. Я и мои коллеги рады служить на благо страны. И для нас флаг, гимн, герб – это не просто символы государственности, это символы нашего единства, идентичности, политической независимости, в которых заложены высокие идеалы служения Родине.